Так, сначала проверим, что сзади. Сзади ничего. Блять, и тут ничего. Надо ждать бомб. Я понял. Не смарт, а брейн, блядь. I have a brain, I have a streamer. Чё надо? Типа поставить на место? Ебать! У вас тут квестов просто охереть. Наверху что-то есть. Я иду к тебе. Сос. Видеосос. Так, иди сюда. Так, тёлка выбежала, да? О-о-о, тихо. Так. А если ещё выше? Ебать. Так сложно-то. Так, тут собака нельзя юзать ничего. Что? Жизнь в тылу. Да-да-да, сложно было. Единица. Клещи, чтобы бить ебало. Это щипцы. Блять, усатого найти. Я сдох. А я тёлку спас или всё заново? Да ладно, блядь, да я спас тёлку. Тащи, тащи усатого. Молодец, молодец. Хватай ещё. Рычаг мне. Булщит. Я чё, тёлку не спас? Блядь. Да нет, он спас. Спас. А мужика наверху тоже спас? Да, мужика тоже спас. Не-не-не, сюда не надо, сюда не надо. Так. Что дальше? Все довольны? Не-не, верни мне. Блять, это еще механика с тем, что что-то надо дать в рот собаке, что тащить с собой. Я же охерею. О, мерси. Что? Надо много людей. Хорошо, хорошо, сейчас. Так, загадка. Ага. О. Щипцы забыл. А щипцы, наверное, не нужны. Так, собачка здесь. Не, нет, нет, иди туда.
Так. Я знаю, что рычаг не отдал, блядь, я уже понял. Ищи. Ребят, не играйте в ХС. Смотрите, что со мной стало после 3 лет, блядь, этих ебаных, блядь, пеньков и хуйсосов 7-7. Я вам серьезно говорю, не надо. Отдай ему. Что, теперь собаку что-то возвращать? Может, она сама выберется? Бля. Собаку надо вернуть. А! Ну-ка, давай, тыкай. Так, подними меня наверх. Надо все посмотреть. Оба-на. Это грабли. Ладно. Если я его опущу. А, нет, я там уже все сделал. Я уже все сделал тут. То есть осталось только вот это сделать. Я мужика там спас, все засчиталось. В принципе, надо было умереть, чтобы как бы собаку вниз не вести. Толкать. 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 Все толкаем. Все, ты тоже вставай. Тоже, блядь, вставай, все толкай. Римский собор. Да-да-да. Может быть, тут что-нибудь есть? Нет. Справа не взял. Где я что не взял? Что я не взял? Где, блядь? Что я не взял? Я бегаю на пробел, жму просто постоянно, чтобы ничего не пропустить. Где? Ну, теперь уже все, пиздец. Я просто бегу постоянно на пробел, жму. Внизу, внизу. Так. Yeah.
Этот стример слишком умен, подмогу. Ну, теперь черным надо с ним драться. Ух, нихера себе пати, спасибо. Неплохой контингент подъехал. Залипай уже 2 часа. Сука! А надо гранату подобрать. Сейчас будет. Блять. Может быть пропеллер? Пропеллер! Давай, давай, давай. А чё? Ой, я взорвал. Теперь надо спереди, впереди еще взорвать. Типа все, оно горит, то есть надо спереди. А? Давай. Да, это вам не Гвин, не стримите, не Вов. Вы же понимаете, что я придуриваюсь, на самом деле, я очень люблю. Скучно было бы смотреть, если бы я все с первого раза разгадывал. Просто я очень хороший актер. И только сейчас мне показали, что это типа первая часть игры. Типа это игра только сейчас, блин, да я 3 часа тут ебусь. А, это глава вторая. Придуриваюсь, да. Когда разразилась война, Анна училась на ветеринара. Немцы были почти у самого Парижа, когда она получила письмо от отца. Он был в добром здравии и умолял ее не возвращаться в Бельгию до конца войны. Это его предыстория всего. Но терпеливость Анне была не свойственна. А, это теперь надо тёлку играть и... Дай мне ключ! Надо, может, голуби надо ёбнуть? Блять, ладно, наверное, что-нибудь надо накинуть голуби. О! Уголь! Ну давай, давай, спускайся. Давай. На. А-а-а, ключ надо, чтобы мне упал. Ну ладно, давай. Сейчас я тебя поймаю. Давай. Ты голубь! Ладно, сейчас здесь его уебнем. Давай. Давай. Изи. Так. Ш.
Чё? Рыжки такси, То есть все, все тачки таксисты теперь на войне? Неплохо. Немцы у ворот. Понятно. Нужен ромбик. Треугольник, точнее. А тут нужна вода. Тут нужно колесо. Колесо. Вода. Кнопка. Ключи специальные. Вот ключ у меня есть. Вот этот ключ сюда. И нужна вода теперь, да? Так. Ладно, сейчас попробуем. Оп. Тут ничего не надо больше делать, да? Так, ключи. А внизу в помойку можно попасть? Нет. Ну тут нет ромбика. Как мне без ромбика? Это же не ромбик. Не воткну я ее. Блин, я бы пальцами открутил. Ну куда мне это засунуть? Помойки ждет Сильвер, да? С черепахами за своими. Это подошла сюда? В ромбик, да? Лол. Так, ну теперь нужна вода. Воду надо куда-то набрать. Теперь надо взять где-то... Что было? Блять, ну что, в карман не может налить? Ладно, пойдем в дом, может в доме что-то осталось. Чё? Чего? В рот набери, ну. Дай мне... Во, графин. Изи. Пши нахуй отсюда. Разносчики, заразы. Так, вода. Теперь сюда воду. Все. Я починил машину. Я солновый микс попоминаю от Дрэнда Джамбра Бироки. Раз. Вы что, ебанулись, что ли? Вы на права вообще сдавали? А? Пам-п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 ам
сентября 1914 года. Такси ехало всю ночь. Анна гордилась, что помогает бойцам попасть на фронт. Когда Анна оказалась на месте, перед ее глазами предстала вся ужасная правда. Так, что-то тут всем пиздец какой-то. А сколько тут глав, ребятки? 4? Я бегу. Я медик. Я помогу. Да у вас вроде ноги есть. На, бухни. Что? А что не получилось-то? Получилось. А теперь? Да ёб... Я сейчас вторую доломаю. Ну вот раз. Два. Три. Все получилось. Раз. Да я же первый раз, у меня же получилось. На стрелочке нажимай. Тут стрелочки нужны, а не то, чем я хожу. Ну это легко. Я-то думал. Так получается, тёлку покалечил ты, да? Прошло 7 месяцев. Я-то привык, что эти ходить. Анна, я же перенастроил стрелки на VSD. Я и думал, что всё теперь VSD будет. Но игра просто будет показывать, что стрелки. И поэтому я не понял. Каждая спасённая жизнь была победой. Твоя мамка тупая. Очень. Которая... и не думала утихать. Так, береги. Что тебе надо? Я могу помочь. Я врач. Так, а этому нужна вода. У меня есть вода. И... воду... Ебать, тут весело. Не, ладно, пойдем на брата, надо квесты сделать. Что тут такое? Что, надо отпилить что-то? Нужна пила. Носки. Ой, включил гнома. Мне не нравится, что какие-то люди портят мне настроение своими, блядь, хуйнёй какой-то, а? Ишь ты, блядь. Фурили, он тут, блядь, въебу нахуй. Угу. Дайте пилу. Так, я сейчас отпилю. Опа-на! Мерси, вы отпилили мне руку. Надо воду подрубить, надо сзади дернуть, наверное. Ну-ка, я здесь оставлю его, а сзади дерну.
Если у меня получится, конечно. А, ну да, во-во-во. О! Так, костыль. Тебе что надо? Привязать костыль. Ну это понятно. Мне надо дерево, наверное, отпилить или еще что-то сделать. Может пилу забрать? Она же больше не нужна. Отпилить нахер дерево. О! Так. Сейчас я тебе костыль сделаю из дерева. Так. Не-не-не, забери, забери. У нас есть бинты. Нет, нет, надо перевязать. Блин, там же был чувак, этот, по-моему. Вот этот тут перевязать возле машины, да? Где ты там орешь? Внизу, что ли? По-моему, вообще внизу орет. А ты чё? Тебе нужен крест. Так, поехали, Блин, надо дотаскивать аж до него, до того чувака крест. Чё тап? Медсёстры. Херительные медсёстры. Давай, таскай. Кресты таскают. Ну чё ты сам не дошел до креста до этого, а? Стоит, ждет. На. Есть лопата. Лопаты надо что-то выкопать, наверное. Или что такое? Просто костыля, дай лопату, охерительно. Может что-то внизу надо? Вряд ли это зона чисто для... Нет, нет, все-таки реально. Каким он на лопаты-то будет ходить, слышь? Ты серьезно? Ты будешь лопаты ходить? Так она же в землю проваливается. Так, еще надо, последнего, наверное. О! Так. Зачем мне гачигаз вносил в игру, которую буду заливать на YouTube? Wow.
Она взяла и Фашика вылечила, представляете? Ну, типа, клятва, все дела. Французские офицеры говорили о Бельгии. Кажется, немцы собирались применить новое оружие у Ипра, родного города Анны. Папа! Папа! Мама! Анна немедленно отправилась предупредить отца. Когда она добралась до города, тот поприветствовал ее ревом сирен. А, ты про чат, чтоб смайл отображался. Здесь уже властвовал смертоносный газ. Да нет, я говорю, тут мой, что ли, это милигазм? Или что, что ты хочешь? Или опять какой-то, как там, ваше БТТВ, или что там хотели? Почему нет пиротвара? Спасибо, я за 2 года в Хейсе нажрался говна, больше мне не хочется. Так, надо все просмотреть, что у нас тут. Ага. Ну хоть собаки нет, попроще. На Better TV зайти просто канал. Да вы мне напомните, сегодня в группе, например, напишите в анонсе, что Ваня, не забудь про Better TV. Я прям зайду и сразу все сделаю. А то я же забывчивый. Она может бить. Да, она может бить. Я не понимаю людей, которые реально думают, что с выходом нового дополнения пропадет канцер и так далее. На протяжении уже 8 аддонов я это слышу постоянно, что... Вот, блядь, наконец... Ай. Наконец-то настанет то время, когда там перестанут быть канцер-деки и так далее. Я говорю, вы что, серьезно, блядь? Вы прям серьезно? Вот тут на это рассчитываете, что игра наконец-то станет нормальной? Вы прям вот, прямо на полном серьезе? Я не знаю, что с ними не так. В СГВГ я уже вообще перестал какие-то там топы заходить. По легенду брал, все, потому что мне интерес пропал. Все, что меня держало в игре, это просто золотых героев делать. Не были. О, спасибки. Так. Ты чё? Чё ты плачешь? Чё, и надо любовь? Я могу и дать любовь. Больше ничего нет. На всех бы имел Америка рода. Всегда будет канцер. Всю свою жизнь, блядь, будет две колоды, которые будут ебать весь ладер, которые будут бомбить. Всегда. В Альфе это тебе там всякие магии. Потом, блядь, Miracle Роги, Sunshine Ханты, Десратл Ханты, потом мех магии, потом патрон Вары, секрет палы, бля, и так далее, Рено и все и тому подобное. Всегда будут бомбить. Неизбежно. Я про это говорил уже не один раз. О, ключики. Про дуидеров я вообще молчу. Про этих с пнями ревом. Что это Life is Strange? А что с... Ну, я сегодня решил в это поиграть. Писали, что прикольная игра. Ну, мне нравится. Я, как видите, я справляюсь с ней просто превосходно с этой игрой. Так. Перевесить вот это вот сюда, это сюда, нет, не сюда, блять, да ё-моё, да не сюда же, ну да, вот сюда, это вот сюда, you
Работает? Я сделал! Ура! Спасли еще усатых. Сельдупле. О, все, передержи проветренность наконец-то. Я бегу лечить тебя. Бегу, малыш, бегу. Извините, я не так понял. Чё, все? Ну, наверное, все. Так, спускаемся. А еще хилом Димон ненавижу играть. Только ДД, только бить ебало. А что, его надо еще спасать, что ли? Вы серьезно? Его надо еще спасать. Да он так выйдет сам. Во! Поэтому меня хилит Аня. Зачем мне хилить, играть хилом, когда играть хилом? Бомба! Да по-любому что-то валяется, что-то скрыто. Я бегу, сейчас. Ничего нет? О, кружка. Я просто случайно ударил по... Внутри картина светится, надо ёбнуть. Может, стену сломает, нет? Надо туда подняться. Ну давай, поднимайся. Сарай. Что? Восемь.
4. И это все картины надо смотреть. 6. 6. 6. 4. 8. Ок. Блять. 6. 4. Или 4, 6, 8. 4, 6, 8. Бля, 4. А, надо ждать. Я думаю, как на телефоне, типа, нажал пуш обратно. Типа, я все собрал опять. Тупо все собрал. Охереть. Так. Куда мне идти? Куда-то мне надо идти. Ну, я даже не знаю. Ну что мне делать-то, блядь? Ну, что-то взяли. Это формула. Бабу не спас. Да пошла она. Наверное, наверх надо возвращаться. Где миссия? Что надо сделать? О, оп. Тетка, тетка умирает. Тетка умирает. Тетка. Быстрее, быстрее, быстрее. Тетку. Скорее. Скорее. Завал. Блять. Надо сломать. Каким-то хуем. Наверное, наверху что-то сломалось. Иди в шторм, град. Она умирает, что мне делать? Неужели обратно возвращаться? Как мы с тёлкой поступим? Там, блядь, там же вообще не знаю, как туда пройти. Ну. Ладно, дальше идем. О! О! Граната! Так, надо аккуратно туда. Я понимаю, я сейчас закину. Так, 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 сейчас, сейчас, сейчас закину. Вот сюда давай. Супер. Спасаем тёлку, быстрее. Ха-х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 а
Гувернантка рассказала ей, что отец, талантливый ученый, был похищен бароном фон Дорфом, одержимым идеей поставить науку на службу войне. Анна отправилась искать барона. По пути она встретила Эмилию и Фредди. Теперь они все вместе. Сама судьба свела их вместе. Они пережили ярость врага, его пули, бомбы, газовые атаки. Отец был совсем рядом, и Анна не могла позволить себе его потерять. Сейчас, ребят, грызный нос. Отвлекаем. Спаса мужика в плен взяли. Ой-ой-ой, это же этот. Кого мы ищем-то? Жизнь и смерть цепи. Ага. Нужен рычаг. Рычаг. Ой.
Принеси. Принеси. Так, так, все отлично. Все, дай мне эти руки. Что такое сложный это механизм, Лоу? Подождите, может что-нибудь сзади осталось, а? Что я жрать хочу? О. Пистолетик. Ай. О, здрасте. Мне надо как-то пройти. Собака тут, наверное, бесполезна. What? 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 In the bed. I say what? What? In the bed. I say what? What? Может как-то отсюда выйти? Там же, помните, рычаг был. Можно как-то отсюда выбраться? Там же для чего-то было... Или не надо, или надо. Блять, ничего не понимаю. Толкай внутрь. Пиши, ты что, в Южном парке смотрел почти все сезоны, кроме последнего. Я смотрел. Ну что такое-то? Надо подобрать что-то, чтобы кинуть. Бля, да не хочу ваши подсказки, сейчас разберусь. Вот. А, вот тут еще ход есть. Понятно. Цепьян. Цепьян. О, банку. Хватай. Мне. Я справляюсь пока. А, держись, держись, мужик, я сейчас, держись. Эмоджи. Пуля решения, я его спасу. Вытаскивай. Срочно спасаем. Сюда. Так, теперь надо жестко спасать. По-любому тут будет сложно. Улетел, теперь дирижабль. Ачивка. Зови черного с бородатым. Срочно, 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 срочно. Йо, нига. What's up?
Come on, bro. Hey, motherfucking pull-up. Что это? А два? Три. Нет. Один. Блять. Четыре. Да. Так, они должны дернуть одновременно. А, теперь я им управляю. Я тут думал, все еще нижним. Все понятно. Я думаю, что за херня, почему он нигер машет? Пустил предмет. Где? А, вон предмет. Блять, ну я уже до ним не вернусь. Я уже его не возьму. К сожалению. Или возьму. Не понял. А, во-во-во, бутылочка, бутылка, бутылка, бутылка. Так, тащи мне сундук. Ха-ха-ха. Ага, на нахуй. Нет, 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 отдай ему. Отдай, отдай ему, надо принести черному. Да стой ты, ё-моё, иди ко мне, сидеть. На. И принеси ему, пошли. Наверное, здесь надо кинуть. Like this, yeah. Попытка еще одна. Дай. Уходи, собака. А что он там вырвал-то, лол? А, нет. Отдай. Во, во. А рычаг ему надо отдать. Отдай. Yeah.
Симонами. Он еще переоденется, таки будет по брюшке бегать. Это на всякий случай. Сейчас все будет. Все, все, убери. Убери. Да блять. Ну сначала туда, то быстрее туда, 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 туда. Да ё-моё, почему? Загорайся. Загорайся. Ну. А? 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 Ебать. Охренеть. Надо как у этого, у Михалкова. Покажи сиськи. Победа была для Анны довольно горькой. Тяжело раненый Карл был отправлен в лагерь для военнопленных. Почитаю новость. Барон фон Дорф исчез, прихватив ее отца. А Эмиль попал под трибунал как дезертир. К счастью, за отвагу, проявленную в Реймсе, Эмиля освободили, чтобы опять отправить на фронт. «21 февраля 1916 года. На фронте наступила зима. Вернувшиеся в строй Фредди и Эмиль были направлены в окрестности Вердена. Как и всем остальным, им пришлось бороться со стужей. Прибывшая утром почта подняла солдатам дух. Но от Мари пришли дурные вести». В Сан-Миэле провели бал, болезни и голод. Умерших было все больше. Но среди печальных новостей был и лучик света. Фотография внука, Виктора. Он уже вставал на ножки и учился ходить. Все. Ну ладно, ребят, на этом мы закончим. Я думаю, где-то посерединке, может быть, почти завтра у нас будет стрим по Вову, скорее всего, да. В пятницу мы продолжим Вайлен Хартс и, возможно, даже и Гвинт еще будет. А может, в четверг, посмотрим. Вот, завтра будет Вов. Спасибо, что сегодня пришли. Надеюсь, вам понравился и Гвинт, и Вален Хартс. Мне, по крайней мере, понравился очень. И Апати, еще раз спасибо тебе за поддержку. Ты в этом месяце, наверное, будешь топовым. Все, спасибо.